Всем привет! Меня зовут Влад, и сегодня я покажу, как передавать информацию из Google Contacts в Telegram. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать информацию из Google Контактов в другие системы. Например, через Telegram вы можете получать уведомления о новых контактах и никогда их не пропустите. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Google Contacts. Теперь нужно указать действие. Выбираем «Загрузить контакты» – новые и измененные. На данном этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Google к системе Apex Drive. Вводим ваш email и пароль. Далее необходимо предоставить разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Для системы Google Contacts дополнительные настройки не предусмотрены, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом необходимости нет, поэтому просто кликаем «Продолжить». Теперь вы видите данные по одному из ваших контактов. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». Настройка источника данных Google Контактов успешно завершена. Теперь необходимо перейти к настройке приема данных. В качестве системы приема данных выбираем Telegram. Теперь необходимо указать действие – отправить сообщение. Далее необходимо подключить ваш Telegram к системе Apex Drive. Скопируйте имя бота и перейдите в ваш Telegram, чтобы его найти и запустить. Далее необходимо скопировать строку для подключения Telegram-бота и отправить ее в виде сообщения. После того, как аккаунт успешно подключен, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вам необходимо составить сообщение, которое будет отправляться в Telegram при появлении нового контакта в Google Contacts. Для того, чтобы добавить переменную, кликните в любом месте поля сообщения и выберите ее из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Чтобы перейти на следующую строку, необходимо нажать Enter.
Когда все необходимые данные назначены, кликаем «Продолжить». Теперь вы видите пример сообщения, которое будет отправляться в ваш Telegram при каждом новом контакте в Google Contacts. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Telegram». Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку. На этом настройка приема данных успешно завершена. Теперь необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, один раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!